Налоги в Омской области спешат платить не все. Преступлений, связанных с уклонением, от их уплаты стало больше. Ущерб только по двум завершенным уголовным делам, связанных с НПО «Мостовик» и Крутогорским нефтеперерабатывающим заводом, превысил 1 000 000 000 рублей. О том, как с этим бороться, говорили на межведомственном совещании представители полиции, Следственного комитета и налоговой службы. Как отметил главный следователь Омской области, совместная деятельность дает вполне конкретный результат. Увеличилось количество возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях. Есть рост направленных в суд уголовных дел. Исключены случаи вынесения оправдательных приговоров по делам данной категории. В ушедшем году приняты более активные меры по возмещению ущерба, причиненного этими преступлениями. Больше обращений в суд следователей с ходатайствами об аресте имущества и, соответственно, больше таких решений судов